Сотрудники госавтоинспекции нашли нарушителей по видео из сети интернет. На первой записи с видеорегистратора водитель ПАЗа на улице Смирнова пересекает сплошную пешеходного перехода и выезжает на встречную полосу движения. А чуть позже на перекрестке улицы Смирнова и Лежневской проезжает на красный сигнал светофора. Подобные действия создают на дороге аварийно опасную ситуацию. Проведя проверку видеозаписи, инспекторы ГИБДД установили личность водителя. Им оказался 46-летний мужчина. Его привлекли к административной ответственности. За оба нарушения автовладелец заплатит 6000 рублей. Также найден водитель автомобиля Mercedes-Benz, который на улице Громобоя выехал на встречку при двухстороннем движении. Водителю придется заплатить штраф в размере 5000 рублей. В случае предоставления видеозаписи, зафиксировавшей правонарушение, заявитель обязан предоставить в подразделении госавтоинспекции письменное обращение о нарушении правил дорожного движения с обозначением конкретного места, даты и времени совершения правонарушения и свои контактные данные. Кроме того, на видеозаписи обязательно должны быть четко различимые государственные регистрационные знаки автомобиля